Сирены зазвучали в понедельник в окрестностях Тель-Авива. Израильские власти заявили о попадании ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом. По данным полиции, здание загорелось, пострадали 6 человек. Инцидент произошел в сельскохозяйственном городе Мишмерет, в густонаселенной центральной части Израиля. Отношения еврейского государства и палестинцев вновь обострились на фоне предстоящей годовщины протестов на границе и назначенных на апрель выборов в Кнессет. С палестинской стороны подтверждения пуска ракеты не поступало. Контролирующий сектор Газа исламисты Хамас и другие группировки обладают оружием, способным наносить такие удары.